Мы услышали зов из глубин Вселенной. Триемесис — это небесные существа, принимающие человеческое обличие, чтобы помочь Мэг и ее брату найти отца. Наш художник по костюмам — Пако Дельгадо. Это фантастика. По-моему, он настоящий гений. Великолепные цвета, ткани, металл, изобилие разных материалов. Самые неизбитые решения. А уж прически Ким Кимбл. Никто не работает с такой самоотдачей и любовью к тому, что делает. Подбирать разные ткани, фактуры, моделировать их. То же самое можно делать с прической. Прически, макияж и костюмы должны идеально сочетаться. Это сильная команда. Начали! Она сумела вдохнуть жизнь в наши персонажи. Мисси, что тут самая юная из этой троицы? Она самая игривая и колоритная. В ней есть нежность, материнство и неугасимый внутренний огонь. Снято. Отлично. В образе миссис Кто смешалось воедино множество самых разных культур, континентов и эпох. Мы обращались и к африканским мотивам, и к японским, и к латиноамериканским. Здорово! Спасибо! Это просто восторг! Миссис То есть? Она живет уже не первое тысячелетие. Она словно прима среди миссис. У нее прическа шикарная. Красотища. Безудержный полет фантазии. Воплощение всех причесок, которые я хочу. Это игровая площадка для режиссера, где он может дать волю своему воображению. Потрясающе. Спасибо. Это будет великолепно. Я открыла для себя эту книгу лет в 12. Влюбилась в нее и прочла все романы из серии. Я прочитала роман в 7 классе и решила, что Мэг — нелепая девчонка подросткового возраста. Я ее не поняла, но захотела узнать о ней побольше. Недостойно прикрывать исчезновением отца плохое поведение. Девчонка отправляется в путешествие, чтобы найти отца и себя. Где же ты, папа? Мэг. Шикарная история. Замечательно, что книга «Излом времени» была переведена на многие языки и издана во многих странах. И мы попытались создать фильм, так сказать, вне времени. Где это мы? Эти удивительные приключения в фильме самые яркие за всю мою жизнь. Мы услышали зов из глубин Вселенной. Мой папа жив. Мы поможем тебе его найти. Тут все вертится вокруг девочки, которая отправляется в путешествие по разным измерениям в поисках своего отца. Эти испытания дают ей необычную силу, она становится воином добра. Мы ищем воинов. Шутите? Я на шутника похож? Немного. Я серьезен. Предельно. У книги много поклонников, каждый представляет ее по-своему. Работа над «Холодным сердцем» научила меня выкладываться по полной, чтобы добиться идеала. Мы пытались уйти от привычных представлений, но остаться в рамках сюжета. Здесь на каждом шагу вас будут ждать испытания. Это великолепное, зрелищное, динамичное приключение. Ава сумела сохранить дух книги и органично привнести новые захватывающие детали. Мы хотели порадовать поклонников романа, которые любят этих персонажей. Мне не терпится показать им наше творение. Ты веришь мне? Я тебе верю! Камера! И начали! Мне хотелось в этом фильме воплотить с помощью невероятно талантливых художников и декораторов яркую и зрелищную картину, чтобы все переворачивалось у вас в душе, чтобы перехватывало дыхание. Это дубль. Я домой. Я считаю, что дисциплина, умение организовать процесс, высочайший профессионализм, с которым Ава подходит к съемкам, вдохновили всех, кому повезло с ней работать. И начали! Твой отец потерялся во Вселенной. Мой папа жив. Так, может, найдем его? Это история девчонки по имени Мэг. Она не идеальна, как и любой из нас, и сильно отличается от привычных нам героев. Кудрявая чернокожая девчонка в очках. Каждый может оказаться на ее месте. Мне не доводилось сниматься в таких разноплановых фильмах с такой резкой сменой антуража, как в кадре, так и за кадром. Это моя любимая планета во всей галактике. Без обид, земляне. У меня сердце заходилось от гордости при виде этой армии профессионалов, работающих над фильмом. Спасибо, Ави, за все. Сохраним настрой! Наша команда придумала немало трюков, которые подарят зрителям необыкновенные, незабываемые ощущения.
Мы добавили столько разных ингредиентов. Надеемся, рецепт удался. Эти удивительные приключения в фильме – самые яркие за всю мою жизнь. Ярче еще не бывало. Дисней представляет. Есть, снято! «Излом времени».